Алло. Слушай, я забыл сказать. Димон Саянов ранен. Ему перебит, переносится где-то на сантиметр. И, возможно, выбит левый глаз. Я сам его перевязал и вколол ему антишок. Спокойно. Не реветь, блядь. Слушать Реву. Меня. Я постараюсь его эвакуировать. Хорошо. Постараюсь. Я не собрать люблю. Все в кулак. Терпеть. Ясно тебе? Ясно. Не ссы, сестра. Слышишь? Я слышу. Не ссы. Ну, у нас, как обычно, поднаебали. Помощи нету. Ясно тебе? Ну, бывает такое, бывает. Сколько вас осталось? Я тебе не могу сказать. Ну, примерно учебный класс. Старшие братья ушли от нас. Старшие братья ушли. Мы остались одни. У меня БК нету. Я его весь израсходовал сегодня один. Мне, блядь, мин не привезли. Я сейчас только со стрелковкой. Понимаешь? Но у меня есть пули. Но меня они не возьмут никак. Никаким образом. Буби перебила ноги. Он попрощался с нами в прямом эфире. В прямом эфире. И подорвал себя. Я очень тебя люблю. Прости меня за все. Ты герой, слышишь? Ты герой для меня, мой самый личный герой. Да хуйня! Мы обычные люди. Мне также немного страшно. У нас кончились патроны, потому что наше, блядь, доблестное начальство не позаботилось об этом. Ясно тебе? Да. У нас всего было 46. 46 на 2 дня. Вчера израсходовали. Так, 12, сегодня 34. Понятно тебе? Да.